ключом к разгадке тайны послужит Ума, самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Ничего она не колдовала, даю слово. Слово эльфа стоит меньше, чем людское говно. Чародеи, нелюди, а для кого вы будете готовить костры, когда нас не станет? Надо было в лесу оставаться, вот эти, сам хоть умереть мог. Отец подтверждает. Веди себя прилично, ведьмак! Какие эликсиры? Вы с ума сошли? Довершайся. А я всего одну и пил. Можем сделать это здесь или пойти ко мне? Хочешь? Чего? Открывай! Покажи мне свои товары. Прощай. Чтоб такая бледная морда была.
сейчас. Я буду за тобой приглядывать, белоголовый. Когда ты последний раз мыл голову? Крутись тут. А второй меч у тебя на случай, если первый сломается? Разумно. Знаешь, ведьмак, у тебя всякое болтает. А ну, конечно, не худшее. Вчера вот целое ведро. Ты что такой снул? Привели! Ну, сейчас! Да ну тебя! Откуда боги привели? Человек бывалый. Так скажи мне,
хватит ли бабу раз в неделю лупить? Или больше надо? Сперва войска пришли. Теперь бог. А с чего он гуляш приготовил? Из крысы, что ли? Кровавый барон о вас знает? Их прогнать. Так несчастье тех, куда больше было. Сарай достали. Нет, что с нами дальше будет? Ты чего здесь ищешь, приблуда? Я по делу. Но я пришел забрать Уму. У барона надо спросить. А так склалось, что нету его. Я не буду никого ни о чем просить, я сообщаю. Можешь попробовать мне помешать. А это было бы ошибкой, смертельной ошибкой. Думаешь, я тебя боюсь? Меня стоит бояться. Добро. Не буду проливать кровь из-за какого-то урода. Забирай его, сходи к конюшему. И с катертью дорога. И много благодарен. У тебя, седой, тоже вид, будто вчера всю ночь нажирался. Трахаться хочется. Ах!
теперь вот умирать. Барон кто, баронета? Я забираю уродца. Нет такого. Сержант Ардаль разрешил. А привезете его обратно? Скучно без него будет. Найдите себе другие развлечения. Не знаю, наловите лягушек, наставляйте им в жопу соломинок. А что? Так ведьмаки развлекаются? Лучше б тебе не знать, как они развлекаются. Открывай дверь, живо! Привет, малыш. Вот плотва. Мы на ней поедем в Кэрмохе. Ну, пойдем. Хватит дурачиться, едем. У нас гости. На нильфгардских боевых конях. Чего вам надо? Император тобой недоволен. Тогда пусть просит о помощи другого. Император не просит. Ни тебя, никого другого. Ты едешь с нами в Изиму. Ты уверен? Не стоит. Ладно, езжай первым. Третья армия возьмет Банглиан с запада. Позвольте заметить, разведка сообщает, что гарнизон Банглиана почти полностью состоит из наемников. Предлагаешь подкуп? Мы возьмем город без людских потерь. И куда быстрее. Отдавай приказы и приступай. Как прикажете. Император, Йеннифер. Я позвал тебя не любезностями обмениваться. Докладывай. Как пожелаешь. Это... Этот человек – ключ к поискам Цири. Я даю тебе 3 свежих следа. Предлагаю помощь разведке и придворной чародейке. А ты вместо дочери привозишь мне какое-то чучело. Ради твоего же блага, надеюсь, это не весь твой рапорт. Я ищу иголку в стоге сена. Причем эта иголка может в любой момент... Задание сложное, я понимаю. И что с того? Послушай. Я правлю самым большим государством, которое только видел этот мир. Я веду войну с севером, командую десятками тысяч солдат. А дома меня ждут корпорации и дворяне, которые мечтают только о том, чтобы спихнуть меня с трона. Так что не жалуйся на жизнь. От меня жалости не дождешься. Это чучело может быть твоей дочерью. Тело Умы создано проклятием. И в нем кто-то заперт. Ты сумеешь снять заклятие? Я провела исследование, разослала запросы.
Но мы не знаем формулу, которую использовал заклинатель. Вафаэль, Элайне, Кайдмил, Фолия, Глайды, Вдорне, Айптенайт, Бундроитне, Яхаус. Мне Лютик сказал, а ему сказала Цири. Хоть раз ты меня приятно удивил. Йеннифер, я повторяю вопрос. Да, пожалуй, я смогу. Но надо... Подробности меня не интересуют. Геральт, ты узнал немного, но куда больше, чем неудачники из моей разведки. Вот половина условленной награды. Вторую половину получишь, когда приведешь Цири. Пусть будет так. Аудиенция окончена. До свидания. Так как мы снимем проклятие Сумы? Надо отвезти его в Каэр Морхен. А, Геральт, прости, но я не сумею перенести тебя с Умой и Платой, так что... Ничего страшного, я поеду верхом. Никогда не любил телепортов. Береги себя. Постой. Возьми. Будет лучше, если он пока что побудет у тебя. Да. Я поехала. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума. Самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Проклятие следовало снять, поэтому Геральт взял Уму с собой туда, где жили самые лучшие знатоки злых чар. Ведьмачью крепость Каэр Морхен. Хвосты у самого замка? Что-то ребята расслабились. Долго тебя не было. Долго. Как дорога? Пару миль назад видел Велохвоста, а так все спокойно. Только пассажир все время вертится. Так, что у нас тут? Множественные деформации? Глаза, уши, ноздри? Заячья губа, а это... Тише, тише. Вот холера, права была Йена. Не красавец он, конечно. Йен уже здесь? Здесь, здесь. Еще как. О, вы поссорились? Геральт, я понимаю, что она женщина, как это сейчас говорят, эмансипированная. Но разве хорошие манеры на нее не распространяются? Телепортировалась, и никакого тебе здравствуйте. Сразу, мол, будем снимать заклятие, нужно сделать то и это. Эскель, Ламберт, шевелитесь. А потом пошла в комнату для гостей и кровать с балкона выбросила.
Ну ладно, так где все? Эскель охотится на вилохвостов. Их и так нужно извести, пока не расплодились. Но а Йеннифер хочет из них добыть какие-то ингредиенты. Как говорится, одним выстрелом двух зайцев. Ламберт еще в замке. Собирается в горы, чтобы наполнить филактерий энергией стихий. Ага. А Йен? Забирает мегаскоп. Хотела и меня загнать к себе в помощь. Я должен был бегать с какой-то пищащей штуковиной и чего-то там искать. Да я слишком стар для таких глупостей. Пойду с ней поздороваюсь. Хорошо. Только не жди, что она тебе бросится на шею. Мы можем поговорить? Я ищу Цири. Пепельные волосы, шрам на щеке. Ты видел ее? Чем я могу тебе помочь? Как думаешь, универсалии могут существовать как сущности конкретных вещей? Или они являются лишь порождением разума? Ага, я тоже так думаю. Береги себя. Мы можем поговорить? Береги себя.
снова протекает. Что там, эликсиры варишь? Нет, самогон из зачистков. Я так понимаю, к моему приезду. Скорее, к моему отъезду. Ты не слышал? Госпожа-чародейка пожелали, чтобы я наполнил филактерий силой круга стихий. Сказала, это нужно, чтобы снять проклятие с этой вашей уродины. Звучит не слишком восторженно. Потому что я не в восторге. Ты хорошо знаешь, что путь к кругу — нелегкая прогулочка. По разным причинам. Я пойду с тобой. Ну, со славным белым волком все непременно пойдет гораздо живее. Ну что, ты готов? Пойдем, нечего ждать. А, кстати, теперь через город-то до круга не доберешься. Той весной перевал накрыла лавина. Значит, надо идти со стороны пруда, как во время испытания медальона? Верно. Помнишь? Забывается. Тот, кто целым с медальоном вернется, докажет, что сего достоин и на путь ступить может. А Весемир слышал, как ты его изображаешь? Угу. Он этого терпеть не может. Дыра осталась еще от Саволы. Что вы ее не замуровали? Весемир собирался. Но мне она не мешает. Осады нам бояться нечего. А так можно срезать дорогу к пруду. Даже жалко, что саламандры так мало дыр оставили. Или не развалили эту халабуду до конца. Геральт. Я вот что думаю. Нам что, плыть через весь пруд? Нет, у меня лодка есть. Я тут рыбачу иногда. Вот те раз. Вот бы не подумал, что ты будешь сидеть с удочкой. Я пользуюсь бомбами. Кидаешь одну и вылавливаешь, что всплывет на поверхность. О, это многое объясняет. Неплохой выстрел. Отличная игрушка. Я поражен. Где ты этому научился? Один старый мастер сказал мне пару приемов, когда я был в Зелегане. И паси свои бабасеньки для очередной чародейки.
Как у тебя с Весемиром, поспокойнее? Вроде да. Старичок перестал читать мораль. Я стараюсь его особо не раздражать. И как результаты? Средние. И знаешь, замок большой. В нем несложно разминуться. Зараза! Я же и здесь привязывал! Может, веревка лопнула? Да ты что? Я-то думал, лодка сама отвязалась. Вот зараза. В таком тумане мы никогда не... Перед моим приездом была буря. Дай подумать. Да, дней 5 назад. Ага, парус развернулся на ветру, швартов лопнул, и лодка уплыла в кусты. Надо переплыть пруд, пройти через пещеру, подняться на башку тролля, и мы на месте. Теперь это не кажется таким страшным, да? Нет. Но все равно оторопь берет. Ты знаешь, что из моей группы вернулись только двое? Так это вы нарвались в пещерах на старого грота? Угу. Ладно, собираемся. Прыгай в лодку. Хорошо. Но поведу я. Это почему? Потому что это моя лодка. И все тут. Сам эту посудину делал? Да. А что? Тебе что-то не нравится? Ну, кроме того, что она набирает воду, ничего. Не ворчи. На ту сторону доплывем. Если только не налетим на что-нибудь. Я дальше носа ничего не вижу. Туман густой, как молоко. В тебе пробудился поэт? Ага. Хочешь стих? Валяй. Ламберт, Ламберт, хер моржовый. Ламберт, Ламберт, вредный хуй. Вполне, вполне. Отклонись немножко от ветра, у тебя парус хлопает. Не учи дедушку кашу. Хорошо, мы уже близко. Я
готов прогуляться по пещерам? Ага. Только прежде, чем мы туда войдем, лучше... Выпить кошку, знаю. Будут еще ценные советы? Например, не шуми, а то разбудишь старого грота. Ты стал обидчивее, чем Йен. Смотри, не влюбись. Пойдем. Слышишь? Там ребенок. Ты же знаешь, что в этих краях никто, кроме нас, не живет. Это иллюзия. А если нет? Делай, что хочешь. Давай проверим, на всякий случай. Правду говорит Весемир. Вечно ты суешь пальцы между дверей. Ну хорошо, пойдем. Эй, малыш! Спокойно, ты уже в безопасности. Нет! Нет! На помощь! Ну хорошо, ты был прав. Всегда пожалуйста. Ты что-то говорил про ум? Позже обсудим. Сперва займемся туманниками. Кто бы мог подумать? Что-то мне подсказывает, что ты мне это будешь долго вспоминать. Ну как же. Весь мир должен услышать о том, как славного Геральта из Риви обманули как младенца. Может, Лютик сложит об этом балладу? Как думаешь? Когда речь идет о чьей-то жизни, лучше перестраховаться и подуть на холодное. Разумеется. Благородный белый волк никогда не оставит человека в беде. Ну, просто святой, а не ведьмак. Отвлекаясь от темы, я правильно рассмотрел? Этот мальчик? Угу. Один из наших. Он, должно быть, утонул во время испытания. А туманники запомнили его облик и голос. Очаровательно. Пойдем отсюда. Меня уговаривать не нужно. Знаешь, я сюда вообще приходить не хотел. Ламберт, хватит.
Слишком высоко. Я тебя подсажу. Помнишь, как там в испытании? Ведьмак, одинокий охотник. Но даже ему порой нужна помощь. Слова Весемира. Готов? Вот жердяй! Раз, два, три! Да и ты нелегкий. Ну, идем. Стену можно было бы взорвать ардом. Ага. И разбудить старого Грота. А ты что? От холера. Можешь топать потише. Да ладно тебе, я поскользнулся. Что-то мне в глаз попало. Какой-то осколок. Кости, измельченные в пыль. Ха. Да, старый Грот не любит гостей. А ты чего ждал, что будет пахнуть фиалками? Я бы не возражал. Смотри, как сладко спит.
Может, сделаем как-нибудь так, чтобы он больше не проснулся? Уходим отсюда. Постой! Это тебе за Вольтера, скотина. Вольтер? Кто это? Ты не помнишь? Такой, невысокий, со шрамом на подбородке, вот здесь. А, да, был такой. Ага, был. Остался здесь. Пойдем уже. Геральт. Хорошо выбраться наружу. Да, но это еще не все трудности. Ты про троллей? Так это у них трудности, не у нас. Лучше смотреть в оба. Мы на их территории. Навалил полные штаны из-за пары троллей? Я когда-то тоже красовался. А потом меня едва не убил простой паренек с вилами. И я отучился. Пойдем уже. Ха! Ты глянь, как он от нас удирает. Тролли обычно себя так не ведут. Не ходи дальше. Это горы тролли. Гора тролла. Да. Гора тролли. Ну, поговори. Поговори с ними. Спокойно. Мы хотим только пройти к кругу. Ведьмаки, одно говорить, другое делать. А иногда третье. Ну сколько можно? С дороги тупиться, а то я вас на гравий порублю. Дошло? Дошло. Поздравляю. Бежим до той пещеры, иначе нас просто забьют камнями.
бросить камень, вы не ходи. Ведьмаки не понимать. Понимать, но мы все-таки должны идти к кругу стихий. Ты слушай все-таки. Мы к вам в замок не ходить, а там много камень. Красивый камень. Хватит уже с ними расшаркиваться. Это ничего не даст. Дай мне сказать. Ты разбираешься в переговорах, как они в грамматике. Мы вам плохого не сделаем, не будем трогать ваши камни. Дайте пройти. Мы бросать камень, а ведьмаки не отвечат, только болтат. Может, ведьмаки добрые? Ты глупый. Ведьмаки убивать чудища, а тролли чудища. Да-да, не строй рожа. Будет так. Вы здесь оставите острые дубины, вы пройти. Если нет, мы бить. Будь по-твоему, оставим здесь мечи, но заберем их, когда будем возвращаться. Мы их не нужно. Металл, фу, щиплет рот. Ты спятил? Делай, как я, и не ори. Видно, не тот путь в жизни был. Что? Если я еще не забыл уроки дядюшки Весемира, ведьмаки убивают чудовищ. Плохо помнишь. Ведьмаки убивают опасных чудовищ. Ну, вот мы и на месте. С этим не поспоришь. Вот холера. Красивый вид. Наверное, если даже ты это заметил. Геральт, за кого ты меня принимаешь? Дай подумать. За грубияна? Возразить нечего. Ну, хватит комплиментов. Давай за работу. Ты помнишь, что надо делать с этим кругом? С тех пор, как я активировал здесь медальон, прошло немало времени. Ладно, дедушка, не оправдывайся. Зажги факел и положи филактерий на алтарь. А я сделаю все остальное. Как там было? Сначала вода, потом земля и воздух. Хорошо. Филактерий на месте. Ну, осталось только минуту подождать. Контейнер наполнится силой стихий, а мы пока отдохнем. А ты как справился с троллями на испытании медальона? Дай подумать. А, вспомнил. Я использовал Аксий. Но тогда против меня вышел один, остальные были заняты. Ну да. Полезный знак. Недавно мне жизнь спас. Интересная история. Отменная. Напали на меня двое разбойников. Один целился в меня из арбалета, другой начал рыться в моих торбах. Сперва я приказал арбалетчику застрелить дружка, а потом повеситься самому. Действительно. Отменный рассказ.
Правда? Животики надорвешь. Скажи, ты всегда был таким циничным сукиным сыном? Нет. Пока Весемир не привез меня в Каэр Морхен, я был очарователем. Настолько плохо быть ведьмаком? Говорят, бывает хуже. Жаль только, что у меня не было выбора. Такое было наше предназначение. Предназначение? Я расскажу тебе о предназначении. Мой отец был пьяницей. Стоило ему надраться, он лупил меня и мать до крови. Мы каждую ночь молились, чтобы он, наконец, сдох. Один раз наши молитвы почти исполнились. Папочка заблудился по дороге в корчмы и влез прямо в гнездо Накера. Но его спас один ведьмак. И знаешь, чего он захотел взамен? Дашь мне то, что первым увидишь в доме. Мою жизнь. За жизнь этой мрази. В гробу я видал такое предназначение. Я не знал, прости. Когда в следующий раз задумаешься, почему я такой злой, вот тебе ответ. Ладно, хватит горевать. Пора собираться. Надо забрать мечи, а то ведьмак без оружия, как без рук. Золотые слова, брат. Ведьмаки! Брать острые дубины и идти домой! Угу. Можешь меня не уговаривать. Пойдем, Геральт, пора. Ты прав. Возвращаемся. Только после вас. Следы Эскеля. В последнее время никто, кроме него, из замка не выезжал.
конь, как там его, Василек. Прекрасное создание. Следы ног и козьих копыт. Интересно. Камни. И след обрывается. Замечательно. Попробую пойти по запаху. Эскеля я не почую, а вот козла... Надо только найти что-нибудь, что пахнет козлом, чтобы было проще взять след. Кусочки содранной коры. Похоже, козел Эскеля терся о дерево. Клок шерсти. Ух, точно, козье. А вот и следы Эскеля. Нос меня не подводит. И сам же он привязался. Приманка для велохвостов притягивает даже ведьмаков. Дабы велохвоста приманить, колышку козу вервием привяжи и среди листвы как можно скорее скройся. Бестиарий брата Адальберта, страница 82. Память у тебя, вижу, еще хорошая, несмотря на годы. Тебе столько же лет, сколько и мне, балдуй. Рад тебя видеть, наконец-то. Я тоже рад тебя видеть. Как дела? По-старому. От утопца к утопцу. И все? Я простой ведьмак. Не сражаюсь с драконами, не братаюсь с королями, не сплю с чародейками. Не то что некоторые. Впредь постараюсь только спать с чародейками. Не сомневаюсь, что это самое приятное. Хотя, надо думать, не самое безопасное. Слышал? Летит! Не могу, когда они так делают, гады паскудные. Мог бы поберечь нам силы, чтобы мы сразу его зарубили. Ага, а еще мог бы сам выпотрошиться и надеться на вертел. На это, к сожалению, рассчитывать не приходится. Ладно, полезли. Немного движения тебе не повредит. Артерия перебита. Кровище-то светлое. Далеко уже не улетит. Не боишься оставлять коня внизу? Вдруг велохвост его подерет? Какое там? Василек — боевой конь каэдвенских кровей. Он справится, если что. Я рассказывал, откуда он у меня? Нет, наверное, нет. Как-то спас я одного рыцаришку. Сам понимаешь, лес, ночь, волки, как всегда. И говорю ему: дашь мне то, что дома застанешь. Но ребенка не было, зато как раз кляча у него ожеребилась. Эскель и Василек связаны предназначением. Невероятная история. Смейся, смейся. Ты просто завидуешь. Вот бредут овечки по луга... Кажется, смылся в логово. И хорошо. Оттуда уже не убежит.
Ну хорошо, собери ликвор и пойдем отсюда. Режь сзади сразу под черепом. Может, еще подскажешь, какой стороной ножа резать? Вот этой, острый. Давай быстрее. Слушайте, а может сгоняем на перегонки? Посмотрим, кто быстрее, плотва или Василек? Что скажешь? Тоже мне испытание. Я бы тебя на хромой свинье обогнал. Ладно, почему нет? Сам ты хромой свинья! Кто первый в Каэр-Морхене, тот лучший! Выиграю на хромой свинье. Ну-ну. Я тебя недооценил. Точнее, Василька. Проворное бестие. А я тебя переоценил. Знал бы, что так легко пойдет, поставил бы что-нибудь. В следующий раз можно поставить что-нибудь. Только тогда я выиграю. Конечно. Thank you.
разорвало. Ого. Сучий кристалл. Ты решила нас взорвать? Геральт, прости, но мне сейчас не до шуток. Что-то не так? Дай подумать. Лопнул уже третий кристалл. Ламберт больше недели собирается заняться тем, о чем я просила. Весемир назло делает ремонт прямо под моим окном. А Эскель вместо велохвоста, наверное, пошел за грибами. Ребята тобой немного недовольны. Это еще почему? Потому что ты не рассказываешь о своих планах и относишься к ним как к прислуге. Ко мне, впрочем, тоже. Я все объясню, когда придет время. Сперва закончим подготовку. Ладно, что мне делать? Прежде всего, помоги Эскелю и Ламберту. Один должен был добыть вытяжку из хребта Велохвоста, а другой — зарядить филактерии энергией стихий. И результатов что-то не видно. С этим я уже справился. Надо же! Сколько инициативы! Тогда осталась еще одна мелочь. Как видишь, мой мегаскоп сбоит. Эффект красочный, но все же... Где-то рядом источник энергии, который нарушает работу кристаллов. Нужно его найти и дезактивировать. И побыстрее. Мне нужно срочно кое с кем поговорить. Ладно. И как искать источник? При помощи этого патест-эквизитора. Патест-эквизитор? Хер знает что. Зато действует просто. Чем громче пищит, тем ты ближе к цели. И без шуток о сексе, очень прошу. Ну давай, беги. А, и еще. Да. Спасибо, Геральт. Здесь ничего. Что-то есть. Сигнал становится сильнее. Крупная тварь. Угу. Месяц я его выслеживал, но все-таки завалил сукина сына. Поздравляю, и все-таки не могу не спросить, зачем тебе его тело. Хочешь сделать чучело и повесить над камином? Хорошие мысли. Но сперва я закончу вскрытие. Эта особь была быстрее, чем остальные. Быстрее и сильнее. Я хочу ее как следует осмотреть. Позволишь взглянуть? Хочешь воздать ей последние почести?
Нет, спасибо. Ты режь, а я пока что-нибудь съем. Давай осмотрим его голову. Длинные усы. Выдающаяся лобная доля, но это нормально. Длинные уши и серьга. Ага, я такое видел. Этот вид любит блестящие штучки, как галки. Так, а в пасти желтые тупые зубы. Одного верхнего и нижних резцов нет. Да, зубы он не чистил. Ладно, что там дальше? Давай взглянем на его кишки. Ну как, есть что-нибудь интересное? Фрагменты непереваренной пищи. Похоже, тут запас лет за 10. Человеческие волосы, пряжка от ремня, медики и золотое кольцо. Не хочешь Йеннифер подарить? Если почистить, будет как новое. Нет, спасибо, она носит только серебро. И зря. Все остальное вполне обычно. За исключением печени. Похоже, он имел слабость к крови пьяниц. Отличные когти. 15 дюймов. Они растут у них всю жизнь. Этому было лет 100-110. Ноги мощные. Особенно икры и стопы. И я тебе скажу, быстрый он был, этот ублюдок. Вот он здесь, через миг там, все время в тени. Я едва мог его разглядеть. Как ты его сделал? О, долгая история. Потом как-нибудь расскажу. Думаю, я увидел достаточно. Старая особь, опытная. Было бы здорово научиться понимать возраст катакана по следам. Чтобы не наткнуться на такую вот зверюгу без подготовки. Это правда. Но давай займемся этим потом. Увидимся. Сигнал становится сильнее. Должно быть уже близко. Тихо. Да? Что такое? Я виделся с Эмгыром. А есть на свете еще какие-нибудь коронованные головы, которых ты не видел? Несколько. Будем надеяться, что так все и останется. Помнишь первую войну с Нильфгардом? Битву под Соданом? Весь север сражался вместе. Тимерия, Редания, Хадвен, Айдирн. А чародеи были героями. О них песни складывали. Мало что осталось от того мира. Пока. Ага.
теплее, горячо. Мы можем поговорить? Береги себя. Ага. Ведьмачья конница так и не прижилась. Ведьмачья конница так и не прижилась. Горячо. А, вот ты где. Помехи идут отсюда. Что в этих ящиках? Двимеритовые бомбы. Ламберт делал. Ничего удивительного, что мегаскоп не работает. Ладно, надо их убрать. Я уберу. Не то ты мне все вверх дном перевернешь. Только присматривай за Умой. Так точно, дядюшка Весемир. Ну как дела? Весемир тебя не слишком замучил? Я так и думал. Ну вот и все. Можешь идти. А теперь проверим условные рефлексы. Здесь ничего. Возьми-ка. Реакции на меня нет. Спасибо, все работает. Что это было? Двимеритовые бомбы. Ламберт оставил их возле кроватей. Хм, он, конечно же, не догадывался, что это помешает работе мегаскопа. Знаешь, в мегаскопах он не разбирается, так что... Я тебя умоляю. Ламберт вредный, но не глупый. Ладно, забудем. Самое главное, я наконец смогу связаться с Идой. А что за Ида? Эльфская знающая? Зачем она тебе? Останься, сам увидишь. Я слышал, чародейки ложи не посвящают абы кого в свои тайны. Можешь считать это доказательством доверия. Ну ладно, начнем. И умоляю, веди себя прилично. Ты только что сказала, что доверяешь мне. Не цепляйся к словам. Кейдмил и Йеннифер Айк Венгерберг. Гвин Блейд. Кейдмил Айнсайверне. Зачем ты меня вызываешь? Я столкнулась с одним проклятием. Оно было наложено на диалекте старшей речи, которого я не знаю. И как звучит это проклятие? Вафайль Элайне Кейдмил Фолье. Глайды в Дорне Айптонайт, Бундраитный Яхус. Ты уже слышала эти слова? Да, в легендах. В тех, что без счастливого конца. Ты сумеешь помочь нам? В известной степени. Здесь нужна формула Агнес из Гланвиля в соединении с обратным треугольником Эльдара. Но я не поручусь, что этого будет достаточно. Спасибо, Айнсайверне. Вафайль. Наш разговор еще не окончен. В чем дело? Приходит час белого хлада и белого света.
и мир умрет средь мороза. Я знаю пророчество Итлины. Не сомневаюсь, но понимаешь ли, старшая кровь может начать час конца или отсрочить его. Помни об этом, Гвинблейд, ибо от тебя зависит, возгорится ли зерно пламенем. Интересный разговор. И что теперь? Все готово. Соберем остальных, и можно начинать. Послушайте, все уже готово. Можем начинать. Ламберт, приготовь аппаратуру. Эстер, пойди. Пока еще я тут распоряжаюсь, а не ты, моя дорогая. Не ты. Я думала, мы договорились, что возьмемся за Уму, по-моему. Я сказал, что мы тебе поможем. Только и всего. Не знаю, что ты хочешь с ним сделать. Ты все еще не соизволила рассказать. Но ведь это будет небезопасно, так? Как я и думал. Поэтому сперва испробуем другой, более мягкий способ. Что это за способ? Он основан на народных традициях. Я пользовался им множество раз. К примеру, когда расколдовывал повесского лебедя в 1211-м. Я заберу Уму в горы. И что, будете вместе выйти на Луну? Следи за языком. Ты не с Геральтом разговариваешь? Нет, мы не будем выйти на Луну. Я положу его на могильную плиту и в полночь подам ему отвар болиголова, выросшего на... А впрочем, не вижу нужды тебе объяснять. По моему мнению... Я его знаю, но я не прошу согласия, а говорю, как будет. Я вернусь на рассвете с Умой или с тем, кто в нем скрыт. Так, что будем делать в свободный вечер? Весемир говорил, что надо бы заменить балки под крышей, ну, на башне. Можно этим заняться. А еще можно напиться. Это меня как-то больше привлекает. Я тоже не откажусь от стаканчика, а то и двух. Стало быть, проголосовали. Хорошо, но через минуту. Нам с Геральтом надо поговорить. Хо-хо! Звучит серьезно. Еще увидимся. Что я снова натворил? Ничего. Я хотела тебя на минутку задержать. Так, чтобы ребята не учуяли, что мы будем делать. А что мы будем делать? Пойдем наверх и займемся любовью. Ты обходишься без намеков. Я слишком стара, чтобы изображать стыдливого подростка. Разве что ты меня попросишь. Так что, идем, ты потом к ним присоединишься. Через часик или через два. Или через три. Ловлю на слове. Thank you.
Так-так. Голубки все-таки решили к нам присоединиться. Не заскучали? Ты сам слышал, Ламберт. И потом, это не наше дело. Ох, Йен, рюмок у нас нет. Будешь из кубка пить? Хоть из банки. Может, не будем надираться молча? Хоть новостями обменяемся? В последнее время столько всего приключилось. Короли, драконы, заговоры. А потом... Потом я нашел Йен. Мы страшно за тебя переживали. Но лучше расскажи, что там с Умой? Долгая история. Я шел по следам Цири. Велен, Скеллиге. В Новиграде снова пришлось спасать Лютика. Его опять поймали в кровати с кем-нибудь не тем? Раз уж зашла речь о старых друзьях Ебли и Новиграде, как там Трис? Трис отлично справляется. Как и соданские шрамы. Не затянулись? Ламберт, это уже не смешно. Ну ладно, тогда вернемся к серьезным вещам. Йен, что ты хочешь делать с Умой? Я уже сказала, завтра расскажу. Давай рассказывай, уже за полночь. Я подвергну его испытанию травами, но только если... Ты, сука, что?! Повежливей. А ты слышал, как? Второй раз просить не буду. Я извиняюсь. Ты собралась сделать из него ведьмака? Разумеется, нет. Я хотела сказать, что проведу его через первую часть испытания, потому что... Потому что хочешь посмотреть, как он мучается? Не перебивай. Иначе я посмотрю, как мучаешься ты. Чтобы вернуть Уме прежний облик, надо сначала... Как бы это объяснить? Представьте себе кусок глины. Чтобы придать ему форму, надо сперва его вымочить, иначе он рассыпется. Первая часть испытания именно это и делает. Она как бы открывает тело к переменам, и только потом мутагены превращают человека в ведьмака. Это будет первое испытание за многие годы. Я знала, что ты будешь осторожничать. Да при чем тут осторожность? Все секреты давным-давно забыты. И нечего их вспоминать. Я не предлагаю налаживать производство ведьмаков. И не надо. Видишь ли, до этого момента у нас был отличный предлог не брать учеников. Это надо обсудить. В другой раз. Кому еще? О, мне! Только закуска кончилась. Геральт, не сгоняешь на кухню? Хм. Господа, была рада с вами выпить. С тобой, Ламберт, особенно. Но час уже поздний. Не засиживайтесь. Завтра важный день. Не послушал. Они никогда не слушают. Ты о чем? У Эскеля тут был контракт на самовилу. Отличная история. Сейчас расскажу. Только долей сперва. Моя печень. Это что? Мучильня. Одна часть спирта, одна часть белой голубки. Ну что смотришь? Ян ушла спать. Пора переходить к серьезным напиткам. Тогда давай еще по одной. Ну, до дна. Что там с самовилой? Да вот затянул одного пейзанина танцевать. А тот нет бы обрадоваться, что живым ушел. Влюбился в нее по уши. Хотел, чтобы я ее поймал. Я отказал, он пошел сам ловить, рыболовной сетью. Думается мне, они до сих пор по стерне мазурку пляшут. Отличная история.
И с моралью. И что за мораль? Держись подальше от опасных женщин. Ладно, сменим тему. А что, не хочешь признать, что я прав? Ну, как знаешь. Не умничай, наливай. Холодно тут, как у ледяного великана в жопе. Господа, сейчас вернусь. Пасу и вернусь. Вы с Ламбертом ладите? Пожалуй. Я просто привык, что при нем не стоит говорить о некоторых вещах. Их, наверное, целый список. Ну да. Здорово. Молодцы. Развлекаетесь, значит. Алкоголь, должен вам сказать, злейший враг ведьмака. Откуда ты выкопал этот чепчик? Из сундука Весемира. Писк моды 1112-го. Старик, небось, в нем по девкам ходил. Или, как тогда говорили, кадрил мамзелей. Мальчики, ведьмачья работа — это вам не карты и выпивка. Это тяжелый труд. Не нам лопочут младенцы. Не нам. Ладно, ладно. Нам и одного Весемира хватает. Снимай, пока не испачкал. И наливай. Ох, и налью, Эскель, налью до краев. Потому что без водки ты сухой, как щитовод в гипсе. Эй, давайте устроим что-нибудь веселое. Слушай, тебе с нами скучно? Нет, просто все как-то... Неспешно. Красавчик прав, слушайте. Меня ксенфуртский студент научил одной игре. Что? Говоришь, я никогда не, и продолжаешь как угодно. Тот, кто это делал, пьет до дна. Потом следующий то же самое. Ну давай попробуем. Начинай. Я никогда не... не спал с суккубом. Вот так-так. С Геральтом-то все понятно, но ты... Эскель, Эскель... Вот уж в тихом омуте. У меня слабость к рогатым женщинам. Ладно, моя очередь. Я никогда не просыпался после попойки в одних подштаниях. Гер, с Ламбертом все понятно, но ты... Что сказал бы папочка Весемир? Думаю, папочка Весемир тоже бы выпил. Ладно, Геральт, твой ход. Я никогда не... Никогда не принимал фишнях. Эскель, ты серьезно? Однажды с тем суккубом. Ладно, господа, давайте заканчивать, а то я вам в глаза смотреть не смогу. Водка. Водка кончилась. Сгоняйте за добавкой. Я уже ходил за жратвой. Ладно, схожу. Кухнешь сам? Ламберт, послушай, я тебя чем-то раздражаю. Меня? С чего ты взял? Ну, мне так кажется. Знаешь, ты же мне как младший брат. Глупый, вредный, но брат. Геральт.
Сука, я сейчас расплачу. Иди сюда. Так, холера разбилась. Хорошо, хоть пустая. Где Эскель? Долго его нет, надо... Надо бы его поискать. Это работа для Весемира. Не начинай. И сними уже эту шляпу. Куда этот молокосос подевался? Может, он того? В опасности? Тогда мы идем на помощь. Эскель! Пинчуга, вылезай! Я вино разлил. И влез в него. И ты встал на колени, чтобы это увидеть? Если бы я нагнулся, меня бы вырвало. Эскель! Пинчуга, вылезай! Эскель! 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 Пинчуга, вылезай! Эй! Слышишь? Как дыхание раненой виверны? Лера, значит, дошло до боя. По-моему, он поранился. Одним шрамом больше, одним меньше. Ему-то уж разницы. Ага. Эскель где-то здесь. Держись, брат! Эскель! Пинчуга, вылезай! Ого! Вот же он. Со своим верным звоночком. Эй, Эскель, подъем! А? Что? Что случилось? Набрались мы в три... жопы. Вот что случилось. Вставай, пошли пить. Оставьте меня. Я сейчас сблюю. Стоит нам втроем собраться, всегда этим кончается. Значит, надо найти четвертого, а еще лучше бабу. Кроме Йен тут никого нет. Ее лучше не будить, поверьте мне. А что та чародейка, с которой ты говорил? Ты подумай. Мы включим мегаскоп, пригласим ее вежливо, а она к нам телепортируется. Может, и подружек прихватит? Ну, что скажете? Ламберт, ты гений. А то. Приглашаем ложу на вечеринку? Да, сука, приглашаем! Так, как это работает? Ну, тут покрутить, там повернуть, а потом... Надо сказать что-нибудь по-эльфски. Говно вопрос. Ну, за дело. Стойте-ка, а когда эта Ида нас увидит, мы ее напугаем. В смысле, на магичек-то мы не похожи. Я знаю. Переоденемся в платье Йеннифер. Сумки ее там. Ты что, это собрался надевать? Заткнись, умник. А то так корсет затяну, что все штаны засрешь. Что-то мне не нравится эта идея. Ну ладно, но если Ида откажется с нами говорить, виноват будешь ты. Так, я буду говорить, а вы двое занимайтесь кристаллами. Кайдмил, хойна. Фокус-покус, чармары, арсблатана. Что это? Кто там? Я очень извиняюсь. Мы ошиблись. Стража! Бумага кончилась, ваше превосходительство!
Да не ты, баран. Ведьмаки! На меня напали ведьмаки! Надеюсь, у вас есть объяснение происходящего. Очень хорошее объяснение. Иди в кровать. Сейчас же. Дурацкий сон. Вижу, все уже на ногах. Перегаром. Эта шляпа дорога мне как память, Ландерт. Успокойся, все отстирается. В угол их потом поставишь, а сейчас за работу. Весемир узнал что-нибудь? Пока вы носились за велохвостами и играли с мегаскопом, я осмотрел Уму. И вот что я заметил. Когда его сознание... скажем так, расслабленно, он ведет себя по-другому. Когда он засыпает, у него движения меняются, взгляд, но только на мгновение. Поэтому я ввел его в транс. Сначала ничего не происходило, но когда он впал в летаргическую фазу, я что-то услышал. Вздох или стон, и это был не голос Умы. Не представляю, как нам это поможет. Тогда молчи. Спасибо, Весемир. И прости за то, что я тебе наговорила. Парни рассказали, что мы собираемся делать? Да. И мне это не нравится. Но я доверяю тебе. Ну ладно, и что теперь? Можно начинать. Надо только приготовить зелье. А почему мы не... Почему не сделали этого раньше? Потому что препараты для испытания крайне реактивны. Их надо использовать сразу после приготовления. Ты доволен? Геральт, приготовь эликсиры. А ты, Эскель, возьми бутыль спирта. О, нет. После прошлой ночи я... И продезинфицируй инструменты. Ну, мальчики, раз, два, раз, два. Ты не знаешь. Кто скрыт в теле Умы, так как ты считала пропорцию? Сделала несколько сложных вычислений, экстраполировала кое-какие данные, провела симуляцию пропорции. Словом, это наука.
зелья готовы. Инструменты тоже. Хорошо. Весемир. Вытяжка чертова корня, чтобы приглушить боль. Я знаю. Я это уже делал. Эски, надсеки ему вены и вставь трубки. Геральт, расставь эликсиры по подставкам. Готово. Тогда открывай клапаны. В любом порядке. Чертов корень подействовал? Если бы он не подействовал, Ума уже впал бы в болевой шок и умер. Значит, все в порядке? Нет. Но в пределах нормы. Давай следующий эликсир. Я надеялся, что мне больше никогда не придется на это смотреть. Зачем тогда оставил стол? Геральт, следующее зелье. Ойси Кайфин. Что теперь? Теперь будем ждать, пока эликсиры сделают свое дело. День. Или даже больше. Да, вы ждите. А мне придется поддерживать стабилизирующее заклятие. Организм Умы не так гибок, как у юного кандидата в Ведьмаки. Без помощи он... Эскель, прости. Ты не мог бы... Сейчас тряпку принесу. Я не верю, что мы это делаем. Вытираем блевотину с пола? Я про испытание. Если там Цири, испытание может уничтожить ее тело. Или выжечь эмоции. Ты думал об этом? Йен знает, что делает. Не сомневаюсь. Но мы-то знаем, что она делает. Она тебе говорила, какой шанс, что все получится. Господа, пол чище уже не будет. А меня надо бы протереть. Не обижайся, но я бы предпочла, чтобы это сделал Геральт. Понятное дело. Я тоже. Нормально? Да. Тело Умы распадается изнутри. Когда процесс завершится, надо будет сформировать его заново. Или он умрет. Вам, ведьмакам, давали для этого мутагены. А мы будем использовать заклинания. Йен, ты засыпаешь. Вот и нет. Вот и да. Тогда сделай что-нибудь, чтобы я не заснула. Могу тебя ущипнуть. Может, позже. А сейчас просто расскажи мне что-нибудь. Слышала историю про то, как мы с Цири катались на коньках? Нет, не припомню. Той зимой, когда она тут училась, Цири жаловалась, что я слишком суровый учитель. Поначалу пыталась отлынивать.
Потом она попросила меня покататься с ней на коньках. Я не хотел, я раньше никогда не ездил, но она настаивала. И только мы вышли на лед, она начала носиться вокруг меня и кричать. Нет, не так, работай ногами, одна, вторая. Перекрест, нет, плохо. Пяткой не тормози, ни носком. Нет нужды говорить, что после этого... Он проснулся. Пора. Пора снимать заклятие. Готовь филактерий. Тихо. Слушай. Холли. Холли. А, нет. Дэвид, Сиби. Холли. Холли. Конец. Дэвид. Арива. Энди. Авалак, ты знаешь его? Да, эльф. Айн-Эйн. Знающий. Где Цири? Спрятана. Остров Туманов. Но там... там небезопасно. Охота. Остров Туманов, где это? Повсюду. И нигде. Слушай, знающий. Мы снимали заклятие не для того, чтобы в загадки с тобой играть. Рейвейн, Арвейн, Кирейн. На Скеллиге. Плыви за ним. В Амгалу. Торопись. Быстрей. Я пытался защитить ее. Но проклятие. Охота еще не нашла остров. Пока это вопрос времени. Но если она уйдет, они найдут ее сразу. Хватит, Геральт. Смерть еще не отпустила его. Я еду за Цири. Постой. Тебе не кажется, что ты должен нам кое-что рассказать? Откуда ты знаешь этого Авалакка? Какое он имеет отношение к Цири? Йеннифер вам все объяснит. Главное, приглядывайте за ним. Он не друг. Может и нет. Но Цири ему доверяла. И отмахиваться от его слов не стоит. Ты слышал, что он сказал? Заберешь Цири с острова Туманов, и охота тут же возьмет ее след. И что тогда? Что ты предлагаешь? Цири не может убегать вечно. Однажды она запнется, и второго шанса у нее не будет. Пора добыче стать охотником. Геральт найдет Цири и приведет сюда ее и охоту. Они понадеются застать нас врасплох и будут очень разочарованы. Мы собираемся с ними сражаться? Мы, пятеро? В этой развалюхе? А у нас есть выбор? Кроме того, зачем откладывать неизбежное? Красавчик мог бы найти еще пару бойцов, которые умеют мечом махать. Или владеют магией.
Хорошо, я заберу Цири и найду союзников. Отправлю всех сюда. Есть пара особ, с которых можно стрясти долги. Какие-нибудь приятные девицы? Ага, они самые. А вы что собираетесь делать? Мне придется заботиться об Авалахе. Он умрет без постоянной магической поддержки. Если я помогу ему, шансы есть. Немного, но все-таки. Мальчики и я подумаем, как встретить наших незваных гостей. Добро. Пора в дорогу. Удачи тебе, волк. И передавай привет ласточке. Возвращайся быстрее, Геральт.